Привет всем, кто смотрит наше радио Бали и слушает. Мы сегодня отправились на байках в поездку по горам. Приехали вот к озеру Буян и озеру Тамблинган. Вот. Шикарные совершенно виды. Я вам сейчас переключу камеру, покажу, как это все выглядит отсюда. И обезьян еще. Вот это вот озеро Буян внизу. На нем находится большой храмовый комплекс, очень известный. Вот. А вот это вот Тамблиян, наверное. Храмы тут, по-моему, везде есть. Наверное. Вот. Вот здесь вот такое место, где кормят едой. Оно на бамбуковых таких штуках стоит. Выглядит все это вот так. Вот. И вот на таком столике мы будем сейчас вкушать горную еду. Ну, рис с рисом. Разные наси горенги. То есть рис жареный. Мы находимся сейчас практически на уровне облаков. Вон там вот видно вдалеке, что облака даже некоторые ниже нас. И мы едем по хребту. Очень красиво здесь. Очень красивая дорога, вообще шикарное место. Ну, будет что-то интересное, мы будем еще рассказывать сегодня. Так что оставайтесь на связи. Пока-пока. Хорошего субботнего дня вам.